Катя, поздравляем с первой победой. Долго ждали. Корт один, там матч задержался. Когда узнали, что переносит, когда, как это все прошло? Наверное, приходится уже ожидать, что четвертый матч, и надо ждать, уже настраиваешься заранее, тем более мужчины играют из 5 сетов. Но ближе к матчу и ближе к концу дня я уже стала несколько раз ходить, звонить в рефери, спрашивать, вы нас перенесете, может быть, вы нас перенесете все-таки пораньше. И потом, в конечном итоге, да, они нас перенесли, и мы пошли пораньше. Элисон Ван Уитванг, ну, здорово в последнее время играет, особенно на крупных турнирах себя проявляет. Как в целом свой матч оцените, все-таки первый на турнире, он всегда такой. Да, волнительный однозначно, и она прошла квалификацию, уже наиграла матч на траве, потому что на траве действительно очень важно наиграть количество матчей, количество розыгрышей, чтобы ее почувствовать получше. У меня этого не удалось сделать, поэтому волнение было однозначно. Но мы с ней до этого играли в Вашингтоне, в принципе, тоже на быстром покрытии, поэтому я примерно понимала, что она делает и что она может делать на траве. Настроена, вышла и получилось показать хороший теннис. Ну вот чисто российское противостояние. Катя Макарова, Светлана Кузнецова рано во втором круге. Вы только что узнали, что со Светой играет? Да, потому что я не смотрю сетку, поэтому только что узнала. Конечно, это будет тяжелый матч, и Света явно лидирует в наших сражениях, так сказать. Вот. Но трава – это очень непредсказуемое покрытие, да, и мне нравится тут играть, люблю Умблдон, поэтому буду ходить, бороться и показывать хорошую игру. Последний вопрос как раз про Россию. Вы часто выкладываете фотографии, как вы путешествуете по стране. Ваше любимое место, что вас поразило больше всего? На самом деле, мне хочется посмотреть еще очень много мест, потому что наша страна настолько велика, все не получается охватить. Но на данный момент пока что я скажу, что это Алтай, действительно мое любимое место в России на сегодняшний день. Спасибо, еще раз с победой. Спасибо.